Всем привет! Сегодня хочу вам показать несколько старых заброшенных зданий в Заальфельде. Не знаю почему, но к этим домам меня тянет как магнитом постоянно. Но не только к этим, к другим тоже. Все старые, запущенные, заброшенные дома притягивают к себе с какой-то магнетической силой. Жутко и интересно, такие смешанные чувства возникают, что хочется приходить снова и снова. Хочется знать, какие люди жили, как они жили, какая обстановка была внутри дома. Вот этот дом находится в самом центре Заальфельда. И стоит отдельно абсолютно от других домов. Много лет уже стоит недалеко от старой площади рынок. Вот как раз на этой табличке написано, что здание не является муниципальной собственностью, и поэтому, согласно параграфам закона, городские власти не несут ответственности за дом и за то, что происходит с ним. Но город держит ситуацию со зданием под контролем. А на этом плакате написано: если вы находитесь на темной стороне мира, подумайте о том, что Земля вращается. Вот еще одно старое заброшенное здание. Очень хорошее место на берегу реки. Наверное, разрушать жалко. А восстанавливать очень дорого. Thank you.
Чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и вы получите уведомления.